Салют, ребята, меня зовут Саша, это мой канал. Здесь мы по-прежнему рассказываем об спортивных каких-то штуках, дрюках и так далее. Вот. Сегодня я бы хотел открыть для вас, для нас, для меня, для всех, может быть, какую-то познавательную рубрику. Спроси, ну точнее даже не спроси, как это называется, как ее можно назвать-то, нашу рубрику. В общем, что-то наподобие типа просветительного просвещения. Суть его в чем, что, допустим, я хочу, планирую знакомить вас с какими-то спортивными терминологиями, но не просто при помощи какого-то Гугла, допустим, Яндекса или Википедии. Википедии. Не при помощи Википедии, Яндексов, Гуглов и так далее. И не настенных каких-то надписей в подъездах, в лифтах. Вот. Буду использовать старинную книжку в доме, сохранилась книженция. Это советская энциклопедический словарь. И сегодня мы поговорим об олимпийском огне. Вот. Что нам для этого нужно? Нам нужно залезть немножечко в словарик и поискать вообще, что здесь об нем указано. Тут немного, это коротенькие видосики такие будут. Я думаю, что как-нибудь я их попробую воткнуть типа на раз там, допустим, в неделю каким-то таинственным образом. Ну, посмотрим, как это зайдет или не зайдет. Так или иначе, должно быть интересно. Олимпийский огонь. Вот, смотрите, здесь, допустим, написано. Вот я вам сейчас даже зачитаю. Олимпийский огонь – это традиционный атрибут с 1928 года. Оказывается, с 1928, несмотря на то, что древние греки были еще задолго до. Традиционный атрибут Олимпийских игр, зажженный от солнечных лучей в Олимпии, доставляется эстафетой на торжественное открытие игр, где горит до их закрытия в специальной чаше на Олимпийском стадионе. Это вот все, что написано про Олимпийский огонь. Немного, но так или иначе. И давайте попробуем еще посмотреть, что тут написано про факел. Изи фельдфедо фау. О. Так, а мне нужен факел. Факел. Файда. Файко. Фактор. Фаланги. Фамагуста. Факир. Факел. Вот. Факел. Это от немецкого факель. От латинского факула. Уменьшительно от факс, факел, оказывается, вон на чем. А первое значение – это светильник, обычно в виде палки с намотанной на конце просмоленной паклей. И второе – специальное устройство конической или иной формы для переноса олимпийского огня. Вот, выглядит это примерно вот так. Берем шапку, одна из прошлого видео, которую вам забрасывают в почтовые ящики. Шапка, еще раз напомню, как она у нас называется. Звездный бульвар. Вот. И вот с таким вот факелом олимпийцы бегут. Для достоверности огня можно сюда, вот, к примеру, зажигалку. Не обязательно зажигать ее, просто вы положили такие и бежите. Можно из бумажки из какой-то создать и нарисовать, закрасить какими-то фломастерами, маркерами, карандашами или еще чем-то. Вот, на этом как бы у меня все. Вот, подписывайтесь по-прежнему на канал. На этом у меня все. Буду держать в курсе. До свидания.